Охо-хо. Проснулись сегодня рано. Что-то я вроде как не выспался. Не спите его на столе. Вот мы с Эмили сидим, ждем маму. Она пошла в Пятерочку. Эмили кушает тыкву. Мама ей оставила вот тыкву, как бы так говорит, если что, дай. Я подзарядил аккумулятор. Вроде бы все ок. Но, по-моему, должен погаснуть. Поэтому пока еще стоит. Эми, как я и сказал, от автомобильной зарядки. Еще? Мама. Был сейчас у врача, у невролога, и, короче, типа с проблемами с засыпанием. Говорю, типа, надо что-нибудь порешить там, туда-сюда. Ну и, короче, он мне выписал какие-то таблетки, я не знаю, пить их, не пить, потому что они, типа, психотропные какие-то там, успокаивающие одни. Одни, типа, успокаивающие. И я ему говорю, побочка есть? Он говорит, ну, сонливость. Я говорю, да у меня и так, говорю, сонливость, блин, повышена. Он говорит, типа, ну вот там можешь принимать эти, а вот эти, типа, от сонливости. Там еще одни выписал от сонливости. Они, типа, бодрят. Не знаю, пить, не пить, потому что это все такая фигня, блин, на самом деле. Не хочу я подсаживаться на эти, блин, привыкающие препараты. Короче, на обратном пути заехал Алине. Взял пуншек. Давно мы на почту не заезжали. Алина вот побежала, сейчас заберет что-то. Почта, я говорю, странная вообще. Вот время, да? И она работает с обедом. Сейчас до двух у нее обед, а в 6 часов вечера она закрывается. Это вообще что такое? Я думал, уже все предприятия перешли на 12-часовые, так сказать, графики. Да и почта тоже. У нас там в другом районе почта, да везде почта работает, там что-то до 8 без обеда. Но тут вот так. Мы дома. Ой. Мама опять написала уже, когда я с приема вышел. Ой, я забыла тебе, говорит, напомнить. Ты у врача-то был? Я говорю, да был. Мама бдит. Я хотела напомнить, все опять забыла. Да, мама никак не добдит. Все не вовремя, да. Завтра у нас тест. Глюкозный. А мы будем обедать сейчас с малышкой. Она будет обедать. Мне новый чехольчик тут пришел. Эми, смотри, какой мамочка. Мне сейчас пришло, надо посмотреть. Опять же, будем исходить, наверное, стол. А ты что ешь, милок? Ну-ка плюнь. 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 А я тебе хлебушек дам. Плюнь. Плюнь. А, во рту, милок, плюнь. Срань, проглотила. Прожевала и проглотила. Вкусно? Ты жопка. Вкусно? Короче, дорезали его такие фиолетовые. Ну, фиолетовые были. Розовые дорезали, желтые тоже. Да, типа это Эмилина. Сейчас прикрепим сюда. То, что Эмили ножки мазать, чтобы мы не забывали. Вот Алина подписала пылесос 9 число. Да? Вот. 11 числа он сюда отправляется. Короче, забрал сумку. Так-то, в принципе, вроде неплохо, нормально, но она, конечно, огромная. Я тоже подрастроился, Алина вообще расстроилась сильно. Вот. Квадрик падает туда внутрь. Здесь у нас затыкается такой штучкой. Вот так вот, да, сверху еще кладем. Потом уже, когда все уложили, еще вот такую штучку кладем сверху. И вообще нормально, я так думаю, сверху еще пристегивается. Вот, но... Проблема в том, что стики я не хочу накручивать каждый раз. То есть они откручиваются, да, для тех, кто не в курсе. Их надо, типа, каждый раз вообще даже производитель, типа, так, ну, придумал, что, типа, каждый раз надо их прикручивать. Ну, так для этого ты покупаешь кейс, чтобы было все удобно, чтобы ты просто достал пульт и сразу полетел практически. Он убирается правильно вот в эту сторону. Но тогда я хочу вырезать, то есть, ну, естественно, под стики почему-то они не сделали, не продумали. Маленький момент. Но тогда квадрик, он положится прям вплотную. Он не сможет из-за стика, типа, ну, лечь. Или сможет. Типа, знаешь, сначала квадрик туда опустить.
потом вот эту штуку. Я тут, короче, уже разметил, типа в эту сторону вот так вот выпилить, но я еще не выпиливал, просто ножом немножко начал. Тут типа в батарейку, но он особо не будет мешать, он не упирается. В эту сторону, наверное, лучше бы было бы, да? Потому что если в эту сторону, то они прям, во-первых, они по размеру, и они типа прям будут вот здесь. Можно стукнуть. Без защиты они будут. Наверное, там надо заморочиться и в эту сторону сделать, попробовать. Давай, ладно. Короче, все вырезал. Вот отсек, вот еще один отсек. Давай, вставляю. Стыки прикручены. Все у нас хорошо ложится, опускается. Немножко антенны, да, здесь сверху находятся, но они это не из-за стиков, это путь до конца опустился, вот, ну, такие дела. То есть здесь все, здесь прям как надо, прям так квадрокоптер даже чуть не доходит, прям чуть-чуть. И вот эту штучку сверху кладем, и она нормально, ничего выпиливать не надо, потому что она кладется на винты, сверху на винты, а это, получается, стик чуть ниже винтов. Потому что на камеру плохо видно. Вот здесь все огонь. Здесь он получается прям вровень по стеночке. Вот чуть-чуть бы они сюда бы взяли бы, конечно. Хотя я могу сам на самом деле, наверное, взять. Вот оно будет неплотно лежать. Короче, в принципе, тоже все огонь. Оп. Оп, все влезло, все круто. Единственное, переживаю, типа, если будет со стороны стенки удар, то он как бы, получается, стиком упирается в батку, и это не очень хорошо. Короче, пока у меня одна, поэтому сюда я, а потом, я думаю, нормально. Вот эта штукенция, застежечка, застежечка. Ну все, блин, просто реально квадрик. Вот, вот такой и вот такой, по сути, место, блин, капец. Ну пульт еще рядом вот так. Ну батки разные. Ну вот оно и получается. Ой, блин, да. Так что, ну хорошо, все, я доволен, окей. Ты достал из коробки? Конечно. И Милька залезла в коробку, что? Не снимай меня в труселях, ладно? А без труселей можно? Можно. Я тут делаю английский, в общем, пытаюсь. А с малышкой распаковали уже там ее дошедшие игрушечки. Вот осталось только ее теперь упаковать в коробку, да? Не влезаешь, Эми? А что ты сместила? А это новый. Простите. Ну что? Я ткнул пальцем. Почему-то вот синий очень легко стирается вот с этих стикеров. Черный, в принципе, тоже. Эми! Прям не знаешь даже, как их брать, эти стикеры. Чтобы переместить. Но это я еще пока не сделал. Еще посуда у нас остается у Алины, что-то тут вообще интим, танцую. Это English. Марафон делаю, канал, план. English я уже сделаю, но я хочу еще позаниматься, поэтому. А зеркала с хрена ли тут висят? Мы же их так и не помыли. Она забыла, что ей нужен порошок глюкозы для завтрашнего теста. Поеду опять. Это сюда. Вау. Это планета вообще-то должна была быть. Эмили говорит. Сейчас я обмотаюсь и со стула спрыгну. Что за бред, блин? Почему мы не можем ее убрать куда-нибудь? Почему она все время ее достаточно? Она это красиво. Это небезопасно для ребенка, это плевать, это ж красиво. Слушай, она что-то там застряла. Она застряла. Ой, о господи. Я просто переживаю за малышечку, за мою. Конечно. Отдай. На. Поехал в магазин. Есть уши, как мы знаем. Но мы должны провести электричество. Чипа там на стрёме. Вот это с малышкой. У нее уже соска. Соска не расстается у нас тут. Яблочки. Чипа забрал, я один дал. Все хорошо, а то она у нас охотник на сухарики. Малышка уснула.
Вот Алину все-таки разбудил, скачал, притащил сюда. Так, перемещаем вот этот жетончик вот сюда. Потому что посуду я помыл. Зеркала это не ко мне. Это к Алине. Зашли, брал сумки, наверное, не буду этого делать. Завтра еще подумаю. Английский мне осталось. Разложить мочекору? Да. Наша первая игра в мочекору. Ну, вот, короче, так вот выглядит игра в разложенном виде. Это без дополнения, которое шло в коробке. А у нас еще есть дополнение. Вон оно лежит, которое дополнение, которое покупается отдельно. Короче, вот такая тема. Сейчас сыграем, и, может быть, коротко, чтобы не напрягать никого, объясню правила. Может быть, тоже захотите. И Алина тут проходит тесты на гребаный Яндекс.Джоб, у которого вообще, блин, шиза какая-то, тестами завалить, блин. Да ужас, такие тесты, говорю, прям они для каких-то ботанов или там педагогов по русскому языку просто, это бред. Серьезно. Прочитай вот тот прикольный вопрос. Ой, нет, еще ты тут, пожалуйста. Выберите неправильное образование формы числительного 100 лет назад. Нет интернета первый раз. И английский, хоть я немножко, но позанимался. Не прям уж долго, может минут 15 где-то, но он уходит туда. Это не считается, это Алина вообще ничего не сделала. Я все сделала, и английский, и треньку я уже просто обратно все поставила. А, да? Я завтра поставлю с утра или перед ночью на ночь. Эмили, да, тоже. Ну, мы с Алиной играть начали. Малышка что-то беспокойно спит, то ли замерзла, то ли не пойму. Да тут вообще прикол был. Алина сидела, блин, эту заявку там заполняла на Яндекс. Минут 45, наверное, или час, мне даже кажется, может быть. И случайно, она, короче, открыла все приложения, у нее высветились, типа, в списке, да, и она случайно его пальцем задела, смахнула. То, что она все заполняла, там Google Chrome, короче, был. Ну, обратно-то мы с ней вошли в Google Chrome. Весь этот тест. Но там уже ничего нет, все заново, все пустое. Очень жалко, очень обидно. Я говорю, Алина, это знак. Просто не надо тебе да, это. Да, вот это я верю в такие темы. Что там 10 тысяч, ты будешь мне горбать там чуть ли не да, по полдня, да, каждый день за какие-то копейки и не отойдешь, блин, это поверь мне, там работа такая. Там реально не отойдешь. Ты, нет, того не стоит вообще. Поэтому я рад, что... Жалко твое время, просто это единственное.